Добрый день, я Олег Пинчук, скульптор. И мне очень приятно принимать участие в этом конкурсе как член жюри. И что для меня очень важно, что среди участников есть молодые, талантливые. Все талантливые, но самые талантливые, по моему мнению, это ребята из Израиля. Это скульптура, которую они делают. Это для меня некое открытие, откровение, потому что настолько они эмоционально, настолько они позитивны, настолько они добрые, что я для себя определил, что это самое лучшее произведение на этом конкурсе. Я желаю всем удачи, благополучия и новых побед!